Не секрет, что известные актеры хорошо зарабатывают. И самые богатые актеры – это голливудские звезды. Но не все высокооплачиваемые кинозвезды зарабатывают в Америке. Еще любопытно, что первую строчку в топ-10 самых богатых актеров мира занимает далеко не самый известный в мире актер. Итак, на 10-м месте Салман Кхан. Состояние 200 миллионов долларов. Актер родился 27 декабря 1965 года в индийском городе Индур в мусульманской семье. Этот индийский актер и телеведущий снялся в более чем 100 фильмах. Он имеет огромное количество поклонников в его родной стране. Салман Кхан также известен своей благотворительной деятельностью. На 9-м месте Уилл Смит. Состояние 215 миллионов долларов. Культовый актер Голливуда и хип-хоп-исполнитель. Любопытно, что в 1999 году он отказался от роли Нео в «Матрице». И в результате эта роль досталась Киану Ривзу. Самые известные фильмы с его участием – «Плохие парни», «Люди в черном», «День независимости». В 2008 году Уилл Смит стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда, заработав за год 80 миллионов долларов. На 8-м месте Леонардо Ди Каприо. Состояние 215 миллионов долларов. Ди Каприо является одним из самых популярных актеров Голливуда. Он родился 11 ноября 1974 года в Лос-Анджелесе в семье хиппи. На международном небосклоне его звезда зажглась после успеха фильма «Ромео и Джульетта», а эпический фильм «Катастрофа Титаник» вознес его на вершину популярности. Кстати, актер имеет славянские корни. Фамилия его бабушки была Смирнова. На 7-м месте Сильвестр Сталлоне – 275 миллионов долларов. Брутальный исполнитель ролей Рэмбо и Рокки родился в Нью-Йорке 6 июля 1946 года. За свою карьеру он снялся более чем в 50 фильмах. При этом общая касса фильмов со Сталлоне в качестве актера составила 3,7 миллиона долларов. На 6-м месте Киану Ривз. Состояние 350 миллионов долларов. Этот канадо-американский актер родился в столице Ливана, Бейруте, в семье художницы и геолога. Всемирную славу ему принесла роль Нео в фантастической кинотрилогии «Матрица». Другие известные фильмы с его участием – «На гребне волны», «Скорость», «Маленький Будда», «Адвокат дьявола». Киану Ривз – один из самых закрытых для публики голливудских звезд. О личной жизни актера мало что известно. Ходят лишь слухи о гомосексуальной ориентации Киану. Но он даже ленится опровергать подобные заявления. Его, похоже, мало интересует, что о нем пишет желтая пресса или думает общественность. На 5-м месте Том Хэнкс. Состояние 390 миллионов долларов. Том Хэнкс родился 9 июля 1956 года в Конкорде, штат Калифорния. Американский актер и продюсер начинал свою карьеру в комедиях для семейного просмотра, но к 40 годам добился всеобщего признания в качестве серьезного драматического актера. Том Хэнкс является одним из двух актеров в истории мирового кинематографа, который получил премию «Оскар» за главную роль 2 года подряд. За многие годы его пребывания в киноиндустрии он собрал бесчисленное количество наград за свои роли в таких фильмах, как «Изгой», «Поймай меня, если сможешь», «Аполлон-13», «Код да Винчи» и многие другие фильмы. На 4-м месте Джонни Депп. Состояние 450 миллионов долларов. Родился 9 июня 1963 года в Уэнсборо, штат Кентукки, США. Эксцентричный актер интригует зрителей в течение многих лет. На сегодняшний день его наиболее популярной ролью является образ капитана Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря». Этот коммерческий проект собрал по всему миру более 3,7 миллиарда долларов США. В 2012 году Джонни был записан в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер, заработав за год 75 миллионов долларов. На 3-м месте Том Круз. Состояние 480 миллионов долларов. Американский актер, режиссер, продюсер, сценарист родился 3 июля 1962 года в Сиракьюз, штат Нью-Йорк. Том Круз – трижды обладатель премии «Золотой глобус» и трижды номинант на премию «Оскар». Первым большим успехом Тома Круза в кино стала кинокомедия «Рискованный бизнес» 1982 года. Вышедшая в 1985 году картина «Топ Ган» закрепила этот успех. Сегодня визитной карточкой актера можно считать роль Итана Ханта в детективном боевике «Миссия невыполнима». К
Круз является фанатом автоспорта. Его можно часто увидеть на гоночных машинах и спортивных мотоциклах, как в фильмах, так и в жизни. На втором месте Шахрух Хан, состояние 600 миллионов долларов. Индийский король Болливуда родился 2 ноября 1965 года в Нью-Дели в семье пуштунов. По вероисповеданию мусульманин. Шахрух Хан – рекордсмен по количеству выигранных национальных индийских кинопремий за лучшую мужскую роль. Актер активно занимается благотворительностью. В 90-х он пропагандировал прививки от полиомиелита, затем поддержал национальную организацию по контролю СПИДа. Самым богатым актером в мире является Джерри Сайнфилд, состояние 820 миллионов долларов. Американский актер, стендап-комик и сценарист Джерри Сайнфилд родился в еврейской семье 29 апреля 1954 года в Бруклине, Нью-Йорк, США. Наибольшую популярность ему принесла главная роль в американском комедийном сериале «Сайнфилд», который транслировался на телеканале NBC с 1989 по 1998 год. По данным журнала Forbes, годовой доход Джерри Сайнфилда от сериала «Сайнфилд» в 1998 году составил 267 миллионов долларов, а в период с июня 2008 по июнь 2009 актер заработал 85 миллионов долларов, что сделало его самым высокооплачиваемым комедиантом в Голливуде. Джерри не снимался в высокобюджетных полнометражных фильмах. Он так и остался героем комедийных сериалов и стендап-шоу. Поэтому по-настоящему он известен только в США и англоязычных странах. Однако это не мешает ему оставаться самым богатым актером на планете.